Сегодня мы поговорим о творчестве Николая Егоровича Сверчкова, выдающегося художника-анималиста. Перед нами картина «Соколиная охота». Это весьма объяснимый выбор такой темы для данного художника. Он был сыном конюха и своих моделей рисовал с особой любовью. Это, естественно, были лошади. Его талант заметили достаточно в раннем возрасте. Отец отдал его в училище при Императорской академии художеств. К сожалению, у художника было слабое здоровье, и он не выдержал тяжелого режима обучения. Но, несмотря на отсутствие классического образования, он получил статус свободного художника портретной живописи, благодаря, безусловно, своему таланту. Если мы внимательно посмотрим на охотника, то убедимся, что это наездница. Это можно определить по положению фигуры в седле. Ноги наездницы переброшены на одну сторону. Вся композиция сообщает нам ощущение динамики, так необходимой для сцены охоты. Дар анималиста, умение легко и свободно изображать подобные сцены с лошадьми, позволило Сверчкову занять место художника Чесминского государственного конезавода. В этой должности художнику удалось создать целую галерею породистых лошадей. Он смог прославиться и стать знаменитым. По сей день работы этого художника украшают один из кабинетов в Строгановском дворце в Санкт-Петербурге.